Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 10 марта 2011 года, и сегодняшнее наше путешествие мы начинаем с старейшего памятника архитектуры православного зодчества Солотчинского монастыря, построенного, начавшего строиться еще в 1300-х годах, то есть в 14 веке нашей эры. Над нами пролетают самолеты, а за мной вы видите здание комплекса того самого монастыря, о котором я говорю. Находимся также, как и недавние наши поездки в Рыбовский район, недалеко от города Рязань, приблизительно в 20-22 километрах от границ города. Путешествовать по Солотче, недалеко от Рязани. Сейчас мы находимся на территории другого комплекса православной архитектуры. День продолжает быть столь же прекрасен, столь же спокоен, столь же морозен и столь же солнечный. Ну а за мной, как вы видите, очень интересное сооружение, памятник настоящего зодчества. Идем с вами, дорогие друзья, по поселку Солотча в поисках дома музея Пожалостина. Сказали, что где-то недалеко, что мы его должны будем увидеть. Ну, будем надеяться, что мы его увидим и не обознаемся. А пока идем. Идем. Без пятачка. Что ж, дорогие друзья, мы находимся рядом с указывающей табличкой на дом-музей. Находимся рядом с, как я понимаю, входом в дом-музей. Но что-то, в общем, очень больно заметен снегом. Вот. Открыл я калиточку, поскрипел я снежком. Вот. Но порог за этой калиточкой даже не прибран от снега. Что бы это значило, мы даже с вами и не знаем, к сожалению, дорогие друзья. Вот. Поэтому попробуем найти другой вход. Если мы его найдем, значит мы его найдем. Не найдем, значит нет. Я нашел вход, дорогие друзья. И даже карту, как можно двигаться. Вот, видите, за мной. За мной, сзади меня, есть карта. На этой карте, если меня пока никто не слышит, не обозначено одно место, куда мы намереваемся прогуляться. Нет, это вовсе не вандализм, дорогие друзья. Я только что спросил у сотрудников данного учреждения культуры, что там есть вполне цивилизованное, интересное, экскурсионное местечко. Вот. Которое мы обязательно сфотографируем по нашей традиции, которая поддерживается всеми нашими поездками во все страны нашего маленького земного шара. Ну а мы входим.
друзья мне объяснили, что на территории усадьбы нашего великого Пожалостина нельзя снимать ни на видео, ни на фотокамеру. Ай-яй-яй-яй-яй. А я это сделал. И вот такие вот дела. Стоит это удовольствие 50 рублей. Ну так вот. Можно или нельзя, но в данный момент меня никто не видит, и я нахожусь в... Догадались? На самом краю дома-музея ИП Пожалостина. На самом краю этого комплекса музейного. И, собственно, рассказываю вам о своем житье-бытье, будучи в не очень уникальном заведении, каких тысячи в Рязанской области, и не только в Рязанской области, под названием «Деревянный туалет». Вот такие вот дела, дорогие друзья. Так что всем с приветом из деревянного туалета из поселка Солотч Рязанского района Рязанской области до музея Пожалостина. На сегодняшний момент у нас уже 14.22 натикало на часиках. Мы находимся уже ближе к городу Рязани. Мы подъехали, побывав в Солотче, в Шумаш. Наконец, мы с вами прибыли в последний пункт нашего сегодняшнего исследования. 10 марта 2011 года. Солнышко слепит глаза. Поэтому, естественно, моя физиономия несколько меняется на этом солнышке. Мы находимся в Коростово, или Коростово, как его можно еще назвать. Храма в Коростово. 15 часов 12 минут. 10 марта 2011 года. Впереди нам осталось посетить буквально одно место. Памятник на въезде или на выезде, как кому интереснее, из Коростова. Друзья, постскриптум. Я нахожусь по-прежнему, принимая солнечные ванны в селе Коростово. Как вы видите, сзади меня мой верный спутник, мой глубоко уважаемый четырехколесный друг. Сзади меня вид на село Коростово. Сзади меня вы можете увидеть и маковку храма. Видите, да? Солнышко, снег. Все просто прекрасно. Ну и сейчас я развернусь, и вы увидите памятник, который установлен на въезде, выезде из данного села. Памятник тем людям, которые защищали нашу родину в войне 41-45 годов, Великой Отечественной войны.